Всем привет! В эфире «Универ News». С вами я, Абдуллина Арина. Наша команда подготовила для вас порцию свежих новостей. Итак, сегодня в выпуске. В Казанском федеральном университете стартовал форум «Экономика в меняющемся мире». КФУ посетила делегация Сената Французской Республики. Топ-100 лучших студентов чествовали в Институте управления экономики и финансов. В Казанском федеральном университете стартовал форум «Экономика в меняющемся мире». В роли спикеров были приглашены выдающиеся эксперты в области экономики. Анна Глазунова расскажет все подробности. Уже в третий раз на базе Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета проходит международный форум «Экономика в меняющемся мире». В этом году форум посвящен проблемам территориального развития и развития агломераций. Открытие началось с приветственных слов ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. Жизнь достаточно быстро меняется. Мы должны адаптироваться к этим изменениям и, может быть, предвидя эти изменения, принимать решение на опережение. И вовремя готовили специалистов, которые придут в компании, руководить территориями, муниципальными образованиями, для того, чтобы они вписывались в это движение. В Татарстане обучаются примерно 150 тысяч студентов. Почти половина из них – это приезжие студенты из других регионов и городов, отметил Ильшат Гафуров. Это, конечно, хорошо. Это говорит о том, что инфраструктура наших вузов и территории Казани, она привлекает молодых людей. Серьезной проблемой стало и то, что талантливая молодежь после обучения уезжает в другие субъекты и страны для дальнейшего трудоустройства. Тоже определенная проблема, если мы говорим о будущих высокотехнологических рабочих местах, то всегда задаем вопрос, а кто их будет для нас создавать. Сегодня президент республики озабочен этим. И есть поручение, в том числе и мне, как председателю Совета ректоров, разработать определенные программы, которые бы удерживали здесь самую активную и талантливую часть нашего населения. На форуме собрались выдающиеся эксперты. Профессор МГУ, специалист в области региональной экономики Наталья Зубаревич выступила с докладом об итогах социально-экономического развития российских регионов на 2018 год и роль городских агломераций в развитии регионов. Важнейшая проблема, о которой сейчас не любят говорить, но она станет еще более жесткой. Это наши демографические проблемы и в связи с этим наш рынок труда. Дальше люди, деньги, доходы, бедность и наше потребление. Там тоже бывало проблемы. В рамках форума пройдут круглые столы, тематические секции, открытые лекции, мастер-классы от приглашенных экспертов. Здесь обсудят вопросы нейромаркетинга, территориального развития, цифровой экономики, бережливого производства, управления общественным здоровьем, экономической безопасности и многие другие. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. КФУ посетила делегация группы дружбы «Франция-Россия» Сената Французской Республики. Подробнее в следующем сюжете. 17 апреля состоялся рабочий визит в Казанский федеральный университет делегации группы дружбы Сената Французской Республики. В сопровождении проректора по внешним связям Казанского университета Ленара Латыпова гостям провели экскурсию по музею истории КФУ, а после была презентация и встреча с руководством университета. Казанский федеральный университет с научно-образовательным центром Французской Республики связывают многолетние отношения. Наши студенты работают летом во Франции, они изучают французский язык, они выступают на научных конференциях, их доклады очень-очень интересные. Также на встрече Казанский федеральный университет подарил делегации из Франции специальный путеводитель по Казани на французском языке, который содержит в себе информацию о главных туристических центрах Татарстана. Алсу Саттарова, Виолетта Басова, Универньюз. В Казанском университете всегда уделялось большое внимание прошлому. Для этого реализуется ряд мероприятий. Одно из таких – конкурс чтецов в честь дня рождения Габдуллы Тукая. Подробности о нем в следующем сюжете. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета состоялся молодежный научно-творческий конкурс, посвященный дню рождения Габдуллы Тукая «Если хочешь затронуть душу народа». Мероприятие организовано при поддержке отдела национального образования Министерства образования и науки Республики Татарстан. В нем приняли участие студенты высших учебных и средних учебных заведений Казани и Татарстана. В этом году у нас будут выступать 126 студентов. И стихи посвящаются Габдулле Тукаю.
известному, великому татарскому поэту. Как известно, 26 апреля его день рождения, и это мероприятие приурочено к этой знаменательной дате. Мероприятие проходит ежегодно и подразумевает под собой конкурс чтецов. Оцениваются именно способности выразительного чтения, артистизм и способность донести мысль Абдулы Тукая слушателям. Артем Тупичкин, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Топ-100 лучших студентов чествовали в Институте управления экономики и финансов Казанского федерального университета. О том, как это было, в сюжете Юлии Маркушиной. В Институте управления экономики и финансов Казанского федерального университета прошла ежегодная церемония награждения студентов-лидеров академического рейтинга и студентов, которые имеют особые успехи в образовательной деятельности. Мероприятие посетил министр экономики Республики Татарстан Фарип Абдулганиев. Конкурс проводится в 6 номинациях, в каждой из которых выбираются лучшие из лучших. Команды, то есть у нас была конкретная задача от бизнеса, они решали сначала в заочном этапе задачу, которую построила перед ними компания «Линстрём». Соответственно, дальше именно работодатели отобрали 8 команд самых лучших финалистов, и после этого они защищали свои проекты по членам жюри, они задавали вопросы студентам и путем определения жюри выбрали лучших. Конкурс ТОП-100 Института управления экономики и финансов КФУ позволяет реализовать себя как профессионала уже сейчас. Это отличный старт для успешной карьеры. Мне лично это очень приятно, что ВУЗ отметил в том числе мои достижения и продемонстрировал их для других студентов. Может быть, мой пример будет показательным для других, чтобы они тоже стремились развиваться в учебе, в науке. Юлия Маркушина, Александр Юдин, Универньюз. А в следующем сюжете мы расскажем о работе традиционной апрельской итоговой научно-образовательной конференции студентов и процедуре распределения по учебным заведениям студентов Елабужского института Казанского федерального университета. В Елабужском институте КФУ начала работу традиционная итоговая научно-образовательная конференция студентов. В этом году конференция пройдет в юбилейный 50-й раз. Свои доклады и тезисы на ней представят более 500 студентов в рамках 55 научных секций. Первый день конференции состоялось пленарное заседание, на котором самые активные студенты-исследователи были награждены почетными грамотами за вклад в научный потенциал вуза. Работа конференции продлится до 19 апреля. Будущие выпускники Елабужского института КФУ прошли процедуру распределения по учебным заведениям. Для того, чтобы пополнить кадровый состав своих учреждений, в ВУЗ приезжают руководители школ и колледжей со всей республики. Елабужский институт КФУ ведет мониторинг процесса трудоустройства с целью того, чтобы каждый выпускник мог приступить к работе в школе уже с начала следующего учебного года. Валерия Муратова, Ильшат Ахмадеев, Айдар Нурмиев, Универньюз. Команда фигуристок «Татарстан» заняла 5-е место в чемпионате мира по синхронному катанию. Подробнее в следующем сюжете. С 12 по 13 апреля в Хельсинки прошел чемпионат мира по синхронному катанию. Заявки на участие в чемпионате подали 24 команды, в их числе команда «Татарстан», в составе которой вошли 5 студенток Казанского федерального университета. В пятницу 12 апреля фигуристки откатали короткую программу. По итогам дня команда «Татарстан» заняла 4-е место. На второй день произвольной программы – 6-е место. По итогам короткой и произвольной программы команда заняла 5-е место. Конечно же, хочется идти выше, и мы будем к этому стремиться. Буквально 3 года назад мы были 8-е, в прошлом году мы были 6-е, в этом году вот мы поднялись на еще одну ступеньку и стали в общем зачете 5-е. Также колоссальную поддержку оказали зрители чемпионата. В течение 2 дней арена была полностью заполнена. Билеты были распроданы еще за полгода до соревнований. Особенная, наверное, сила и теплоту, когда ты выходишь на лед и знаешь то, что тебя смотрят не только по телевизору, не только по трансляции, а еще, конечно же, с тобой здесь очень дорогие люди. Алсу Саттарова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. На сегодня все. Смотрите нас в социальных сетях. До новых встреч!